написано. Я не понимаю. Много общего с креольским. Ищик, пошли. Поторгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Дань? Кому? Секте Кукулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ищик. Теперь поторгуем? Отлично, я одобряю твой выбор. Боги нам благоволят. Отлично, я одобряю твой выбор. Это очень разумная покупка. Отлично, я одобряю твой выбор. Это очень разумная покупка. Отлично, я одобряю твой выбор. Это очень разумная покупка. Спасибо тебе. Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак, цапля и затмение. Иду к вам.
Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Верю. Снова схватили мятежников? Ишик, может, ты поможешь? Я отправил 5, чтобы они выкрали оружие для мятежников у секты Кукулькана, но план провалился. Раньше я бы сам повел их. Но сейчас я не могу сражаться и даже бегать, сразу кашляю кровью. Но я хитроумен, точнее, был таким до сегодня. Моих друзей схватили и подвесили на столбах в нижней деревне в назидание остальным. Они будут там висеть, пока не умрут. Я этого не допущу. Да, в одежде змеиного стража ты сможешь освободить всех 4, и тебя не узнают. 4? Ты сказал, на задании было 5. Было. Их вел Калкуи, но когда всех схватили, его не было. Никто его не видел. Наверное, он мертв. Сделаю, что смогу. Секта наверняка торжествует. Мы с Учо разговаривали, Сиену. Учо, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже 2, и ничего. Вдруг ты сможешь. Секта наверняка торжествует победу.
Калян-Тавах! Папа, папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание Унурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха, можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав, но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Знаешь, что случилось с Куали? Нет? А что случилось? Люди Кукулькан. Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик. Чимали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Сказал. Какой опасный преступник. Рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысенышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец Змеиный Страж, но он-то нет. Эй, привет. Эй, ты Ишик? Чужестранка, да? Да, приятно познакомиться. Здорово. Меня зовут Емил. Во что играете, мальчики? Мы не играем. Мой отец – жрец из Змеиных Стражей. Я взял его церемониальный нож, чтобы показать друзьям. И это заметил Чимали, страж. Чимали знал, что отец будет в ярости, когда не найдет ножа. И забросил его туда. А нож там застрял. О, я попробую помочь. О, правда? Спасибо. Спасибо, Ишик. Пожалуйста. Эй, погоди минутку. Взрослые все время прогоняют нас. Но ты помогла. Что тебе надо? Тш, я поговорю. Чего ты хочешь, Ишик? В смысле, чем мы можем отплатить тебе за помощь? Я хочу помочь Куали. Слишком поздно. Его приговорили к смерти. Ничего не поделаешь. И Чимали страж тебя ненавидит. Чимали погонится за вами, если его подразнить? Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куали. Да, мне нравится. О, скажешь Куали, что мы ждем его в пещере? Он поймет. Там его не найдут. Конечно. Идем. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас все устроим. Чимали, ты трус. Ты сдохнешь рабом. Иди сюда и отведай моего ножа. Ха-ха. Да. И ламьих какашек. Бежим, бежим. Пилявучий мешкик. Прошу, это просто травы. Умоляю. Я отраб... Твой брат рассказал о твоей беде. Стой, а ты кто? Я та, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее.
Хатан. Уйтан! 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 Я же сказал, убирайся. Куали свободен, а у меня есть травы для твоей жены. Правда? Ты пришла вылечить ее или обменять их на рог короля? Вот, это тебе поможет. Боги с тобой, Шик. Кабил, перестань быть засранцем. Отдай ей рог. Вот, во славу будущего короля. Спасибо за все, что сделала. Спасибо. Домингес схватил Унурату. Мукил, хачкавет инлике сикимбаон, ялкуля кумбатло, инджави инфиало номачо. Ушла последняя, вернулась первая. Йона не врал насчет тебя. Рок короля, как просил. Были проблемы с Кабилом. Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло 3 дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная, глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. А где это? Старый резервуар. Там спрятаны останки Манка от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манко спрятали? Последователи Манко называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот орден поднял восстание. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить орден. Манко сокрыли в надежном месте и оберегали, но со временем орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти. Ты уже много сделала. Вернуть нам рог короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квенти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду. Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет. Así como...
Секта наверняка торжеств... Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Вот и вход. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть, это то самое место. Место упокоения Манко. Подозрительное место.
Похоже, нашествие мертвых. Это орден прячет Манка от секты Кукулькана. Когда резервуар заделали, членов Ордена оставили внутри как стражей. Столько костей. Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. Привет, Манко. Так, где же амулет? Так, надо вернуть это Учо. Сквозь стену сочится свет. Наверное, там есть еще запечатанный проход.
Домингес схватил Унурату. А пленные бунтовщики? Их же показательно казнят. О, Лара, Квенти недавно вернулся. Потрепанный, но живой. Рад, что и ты в порядке. Да, в резервуаре опасно. Я рада, что Квенти вернулся. Но амулет спасителя он, к сожалению, не принес. Это амулет спасителя? Что? Лара, ты нашла его? Невероятно. Вот. Я так тебе благодарен. Когда Зан достанет лук победителя, мы воздадим честь всем, кто помог вернуть артефакты. И тебе, если ты придешь. Я приду. Надеюсь, им можно помочь. Секта наверняка торжествует. Отец, мы скоро встретимся. Та жизнь уже кончена? Ты призрак? Нет, я еще как жива, как и ты. Смертный и бессмертный. Ну вот, ты свободен. Да, я свободен.
Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Мы все. Мы заслужили это. Мы не выполнили свою задачу. Не суди себя так строго. Ты еще успеешь вступить в бой. Мы не стали сопротивляться, а сразу сдались, когда нас окружили. Мы отправились на смерть, не пролив ни капли крови. Они не заставят меня просить. Зря тратишь время. Я ничего тебе не скажу. Я пришла не допрашивать тебя, а освободить. Подкуп? Лучше умереть, чем стать предателем. Не сомневаюсь. Но я друг. Спасибо, друг. Иди, я не буду следить за тобой. Вы с друзьями в безопасности. Нет, сектанты нас ждали. Среди мятежников есть шпион. Пришла убить меня? Я не служу культу. Я пришла спасти тебя. Это отличная маскировка. Теперь ты сможешь освободить других и найти Калкуи? Надеюсь, но я не знаю, что с ним сейчас. Он жив. Калкуи жив. В суматохе я слышал, как он кричал, приказывая нам отступать. Я уверен, он жив.
Бейгуа? Чопечгуа? Я освободила твоих друзей, и еще у меня хорошие новости. Колкуи жив. Он был впереди, когда остальных окружили. Он их предупредил и убежал. Отлично. Есть одна проблема. Среди мятежников может быть предатель. Я знаю. Я выяснил, кто это. И я лично удостоверюсь, что он получит по заслугам. Ладно. Вот, возьми это. В награду. Я благодарен тебе за помощь. Если ты права насчет Колкуи, то он наверняка в убежище в горах. Найдешь его? Скажи, что мы укрылись в пещере черепа. Я его найду. Секта наверняка торжествует победу.
служу Ишчель по-другому. Это было к лучшему. Kuşkaman, was für ein Katschka. Bitte, Mann. Ицанна, в мифологии... Калкуи пришел, пока ты спасал других. Мы не знали, что он воин Ягуара. Он сказал, что заплатит, и я не отказался. А отказаться стоило, Пома. Кукулькан ненавидит чужаков и предателей. Смерть тем, кто против Кукулькана! Чужестранка! О ней говорил Кукулькан! Ah!
Колкуи! Колкуи пришел, пока ты спасал других. Мы не знали, что он воин Егуар. Он сказал, что заплатит, и я не отказался. Отказаться стоило, Помар. Кукулькан ненавидит чужаков и предателей. Смерть тем, кто против Кукулькана! Чужестранка! О ней говорил Чайте чоксили в вулкан. Oh!
Manachkum sigbaish, galin kashtikon. Kello. In matchmark. Oye! Ambelesh, ambelesh.
посчитаем. У меня нет столько места. Будь осторожна, Ахао. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Столько павших солдат. Мятежников больше, чем сектантов. Хачевану чикин топиконов. Ченхумпел бателилу чхельби шунахе. Бейшан интугу, миннану нуколов, мало, етел мишуц канцанилови, цокили юхец тантике. Мейлигун учуло. Хачхуахелу мбинтон уцилу абинан кукулкантик мигналоне? Хапуштай. Речь о месте неподалеку. Они стоят спина к спине, два брата по оружию. Я лежу у ног того, который смотрит на змею в тени. Домингес схватил Унурату. А пленные бунтовщики? Их же показательно казнят. Боже, какой ужас. Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все воины. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... Наверное, это Каяра, о которой говорил Эцли. Значит, Хакан в той камере. Нужно придумать, как его вытащить. Слишком тяжело. Надо позвать на помощь.
Слишком тяжело. Надо позвать на помощь. Прости, Ахау, не бей меня. Я только хотела попрощаться с папой. Я тебя не обижу, Каяра. Я помогаю мятежникам. Ты знаешь мое имя? Твой друг Эцли попросил помочь тебе. Он что? Да. Может, ты расскажешь, что случилось? Мой папа винит Кукулькана в смерти мамы. Я говорила, что ее ничто не вернет. Но он не слушал. Он хотел убить Кукулькана, а теперь убьют его, и я останусь одна. Ну, все будет хорошо. Я попробую. Правда? На площади есть еще мятежники. Они хотят нам помочь, но они боятся. Может, ты их убедишь? Я сделаю все, что смогу, Каяра. Обещаю, я не дам им забрать твоего папу. Спасибо, Ахау. Я Лара. Отпустите этого человека. При всем уважении, Ахау, он будет принесен в жертву, как приказал Кукулька. Я попрошу тебя покинуть площадь ради твоей же безопасности. Я хочу спасти пленника, но одна я не справлюсь. Захочешь поговорить, я рядом. Все еще хочешь помочь? Да, если стражи там нет. Приветствую, Ахау. Тебе нравятся казни? Казни? Конечно. Но сейчас прерви свою молитву. Зачем служитель трубит в рог? Наверняка так надо. Но лучше будь начеку. Не бойся. Я подруга Унурату. Я хочу освободить пленника. Помоги мне. Конечно, но стражи убьют нас, если мы подойдем близко. Разберись с ними. Тогда я тебе помогу. Отойди и пропусти меня к пленнику. Как я сказал, этого человека казнят по приказу Кукулька. Туда нельзя попасть. Прости, Ахао. Позвать всех на молитву? Рано. Умоляем, помоги моему папе. Ты ведь сыграешь музыку для посланника богов? Это большая честь, Ахау. Черт! Протрубил рог. Стражи сейчас вернутся на пост. Пока что достаточно молитв. Протрубить в рог. Конечно. Зачем служитель трубит в рог? Наверняка так надо. Но лучше будь начеку. Отойди и пропусти меня к пленнику. Как я сказал, этого человека казнят по приказу Кукулька. Туда нельзя попасть. Прости. Может, эти мятежники наконец сложат оружие, когда увидят... Грустно, что ту малышку сегодня лишат отца, но... Может, благодаря этой казни люди поймут, что эти мятежники — угроза для гармонии Пайкити. Некоторые полагают, что гармония присуща лишь тем, кто живет в верхнем городе. При всем уважении, Ахау, я не выбирал эту жизнь.
Моя жизнь — дар богов. Любая жизнь — дар. Ты еще в деле? Как только ты уберешь стражей, я все сделаю. Я должна что-то сделать. Уйдех, мататапик, Музыкант, порадуй нас всех своей музыкой. Но, Ахау, все готовятся к казни. Ты же знаешь, сейчас это запрещено. Думай, Лара, как мне проникнуть в эту камеру? Служитель, еще раз протруби. Музыкант, сыграй что-нибудь. Но, Ахау, обряд уже идет. Ты же знаешь, сейчас нельзя. Наверняка так надо, но лучше будь начеку. Так будешь играть, как велено? Конечно. Стражей там нет. Убедиться, что все знают свое место. Сейчас можно. Помоги открыть дверь. Да, скорее. Стражи нет. В этот раз нужно еще быстрее. Теперь выйдет. Не бойся, я друг. У меня нет друзей, похожих на тебя. Поверь мне, я волк в овечьей шкуре. Твоя дочь тебя ждет. Можешь идти? Каяра! Черт! Каяра, беги! Спрячься где-нибудь, я тебя найду. Я выведу нас отсюда. Я тебя вспомнил. Ты чужестранка. Я видел тебя с Муратом в нижней деревне. Если я не ошибаюсь, тебе запретили связываться с Кукульканом. Нам сюда. Не отходи. Это древние казармы. Сюда, Каяра, я иду. Если навалиться вместе, мы сдвинем этот камень. Спасибо, что указал мне путь. Ты помог. Я не об этом. Путь к тому же к моей дочери. Вот, этот нож принадлежал моей жене.
Я хотел убить им Кукулькана, но теперь он мне не нужен. Папа! О, Каяна! Я думала, что никогда больше тебя не увижу, папа. Прости меня, милая. Дай, посмотрю на тебя. Обещаю, я больше тебя не брошу. Давай, пойдем домой. Глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Проходи. Восставший народ. Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если бы мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома. Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Байдити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразит мир! Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Байдити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пойдите, не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми. Решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. В мире под пятой ордена Кукулькан. Или точнее Тринити. Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее. Назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес. Украл его 400 лет назад. Что?
положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Иона, я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда, в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение, нужно спешить. Да, мы спасем Унурату и вместе отыщем ларец. Зло. Больше я не унесу.
Лара, ну что там? Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчи. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть сучен. Иона, я Сунурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкаланкоэли лопутих, хоть пила бутё. Thank you.
Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее взять бомбу. Веди. Вроде бы все. Возьми ключ. Пошли. Я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да.
Извне исходит много угроз. Но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я... А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Что случилось, я ошиблась. Есть много примеров. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать. Держись среди, делай как хочешь. Они могут на нас наброситься. Сюда. Чунки меч, кучки лич, полный меч. Которые ставят под угрозу нашей жизни. Нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен. Еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Умоляю его о защите. Сейчас, когда близится затмение, своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Мару сказал, что не хочет насилия. Глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Гробница наверху. На той статуе. Я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона. Мы приближаемся к гробнице императора.
Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Поищем ход. Здесь можно пробраться. Thank you.
гробнице Императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Кто-то поддерживает здесь огонь. Значит, его почитают. Какой изысканный алтарь. Видимо, это был важный правитель. Определенно влияние инков. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Цапля и затмение. Что я упустила? Стоп. Это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крофт. Унрату. Нет. Отдай его, Эдсли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу.
Вижу тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Где Онорату? На нас напали. Она погибла в бою. О, нет. А где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя.
И теперь он твой. Она была воином. Близится затмение. Если не возвратить солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Унурата будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. Что дальше? Вернемся в Кувакьяку. Подготовимся, а дальше решим. Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Волшебный ларец.
разговоров об этом ларце. Скорее бы его увидеть. Ладно, в последний раз. Кажется, мы поискали, да? Там, вроде бы там. Есть что добавить? Не знаю. У меня тут дымовая шашка. Расчешите сектор. Смотрите в оба. Ладно, в последний раз. Кажется, мы поискали там. Там, вроде бы там. Есть что добавить? Не знаю. Какая разница? Если мы что-то упустили, придется начать сначала. Ну да, ты прав. Так, как думаешь, вода в реке выше или ниже, чем тогда? Слушай, хватит расспрашивать, что я помню, а что нет. Когда операцию «Волк-одиночка» отозвали и... Тут им видимость снижена! Столкновение. Продолжаем поиск. Ты будь здесь. Как быстро у нас все меняется. Лучше вернись прямо.
произошло в этом мире. Какого черта? Что я вообще здесь делаю? Унурату нет. Ларец не у меня. Иона. Боже, если с ним что-то случится... Зараза. Привет, Лара. Кто это? Подозреваю, что ты прослушивала мои сообщения с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк, ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Первый аванпост. Крофт движется к вашей зоне. Найти ее. Крофт проскользнула мимо отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Я что-то вижу! Все. Ошибка. Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не хочу. И почему такая спешка? Он сказал... Thank you.
Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рук сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаем. Вот. Куда же ты ушел? Что-то не так. Понял. Введение огня разрешается. Нашел ее! Вижу цель! В атаку! Назад на родину! Возьмите тепловизор и найдите ее. Привет, Аль. Привет, сэр. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. На охоту в такую погоду. Правда, вместо руин были страшные деревья. Неважно, как хорошо добыча умеет двигаться, рано или поздно кто угодно ошибется. Небольшой промах, и все будет отлично. Здесь ей не пройти, а с ее дружком покончит вертолет или поисковая группа. Наконец. Почему на метке раньше? Нет места. Ничего не могу взять. А все, здесь осмотри. Конечно. Осмотрите это все. Быстро и чё. Понял, командир. Принесем потери! Противник! Куда же? Она мертва. Отлично. Я обхожу сбоку. Я хоть немного пропускает тепло, я ее увижу. Что-то парни у реки давно не выходили на связь. Ой,
У меня нет столько мест. Конец. Почему Доминкес раньше этого не знал? Мне кажется, они что-то знают. Теперь мы должны пустить в ход все, что у нас есть. Черт, как же я устал нянчить этих придурков! Черт возьми, она на нас охотится! Понял. Ну что, найдем-ка. Что? Несем потери! Проклятые ублюдки! У нас потеря! Ой, надо выяснить, что происходит. Мы найдем того, кто это сделал. Прочешите сектор. Оружие наготове. Делаем это вместе. Тебя найду. Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие.
Тау, крофт направляется к вам. Повторяю, крофт идет к вам. Господи боже. Она будет наша. Покажите мне ее труп, и весь ваш отряд будет следующим в очереди на испытание дьяконов. Отбой. Все слышали, за дело. Выглядишь ужасно. На подходе. Как меня это задолбало. Ведение огня разрешается. Иона,
Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой.